Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Грозном на Ахмат-арене, где продолжают квартироваться Алания из Владикавказа. Сегодня матч 22-го тура МЛБЭТ первой лиги, в котором Алания принимает саратовский «Сокол». Всех приветствую на этом поединке, который, честно говоря, было чрезвычайно тяжело предсказать, наверное, прежде всего по результату, нежели чем по тому, как он будет складываться с игровой точки зрения, поскольку пока недостаточно информации. Выстраивать гости, длинные передачи, скидка под левую, Гурцеев удар. Это куда уже легче для Петра Косаревского, чем предыдущая попытка Батраза Гурцеева. Речь про Владимира Азарова. Угловой, подача, удар, опасно перед собой мяч. Роняет Ростислав Солдатенко, но подстраховали партнеры. Кроме всего прочего, было больше вариантов и векторов для развития атаки. Дальний удар, это было весьма опасно. Алан Сараев, обладающий очень мощной мортирой, перевод направо очень хороший производит. Это уже довольно опасно. Можно бить, перекладина. Содрогается после мощнейшего выстрела. Пас до ворот. Гурцеев. Удар выше ворот. Обидно Батразу Гурцееву. Забелин хорош. И сам же длинную вперед выписывают. И классную длинную. Максименко, он уже у ворот. Максименко, удар. Ростислав Солдатенко, и бежит мяч подальше выбивать туда его. Вот это укололи стилетом сейчас. Итак, Георг Биани. Удар очень опасно. А самое главное, еще очень здорово поработали в стенке футболисты «Сокола». Удалось подкорректировать направление полета мяча. Один против двоих. Самков, центр, Максименко. Удар по воротам, удар выше ворот. Очень симпатичный «Сокол». Гудков, навес. Молодцов, скидка, попытка удара. И сейчас она вполне может состояться, если бы не стал пропускать мяч Матвей Вахнов. Вау! Это ведь почти был гол. Любое приближение к штрафной площади от «Сокола» сегодня выдавало огонь. Но оборона Алании и ворота в итоге не сгорели. И посмотрите, они недовольны. Они хотели сегодня выиграть. У них были для этого сегодня моменты. И в конце они могли забрать 3 очка.